На Татарке готовят к открытию новый большой спортивный объект. Здесь ранее было благоустроено общественное пространство на побережье. Эту территорию посетил глава Владивостока Константин Шестаков в ходе инспекции городских строек и проводимых работ по благоустройству. Подобного объекта нет на территории Дальнего Востока. Профессиональное покрытие, профессиональный свет. Здорово, что у нас есть такая возможность благоустраивать эту территорию комплексно. Более того, в продолжении той работы, которая была выполнена в этом объекте, работа продолжится и на улице. Будет несколько открытых кортов, несколько площадок для пляжного волейбола и большая площадка для уличного футбола. Территория Татарки приобретает новый дополнительный смысл для посещения. Я предполагаю, что это будет излюбленным местом для семейного отдыха. Ориентировочно в конце мая завершится строительство большого теннисного клуба, который расположился по дороге на пляж. Олег Завьялов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.